Качество питьевой воды зависит не только от добросовестности производителя, но и от чистоты кулеров и помп, которыми вы пользуетесь. Если вовремя не проводить санитарную обработку и мойку кулера, то на внутренних резервуарах образуется биопленка, которая является отличной средой для развития бактерий и, как следствие, причиной многих заболеваний. Согласно рекомендации Международной ассоциации бутилированных вод, чистка оборудования должна проводиться раз в 3-6 месяцев. Если санитарная обработка не проводилась более 6 месяцев, если в помещении, где установлен кулер, проводили ремонт или уборку, если кулер находился без бутыли с водой в течение длительного времени, если бутыль с водой, установленная на кулере, не менялась более 1 месяца, если использовалась вода ненадлежащего качества, загрязненная, водопроводная, небутилированная, вам обязательно надо заказать профилактическую чистку вашего кулера для воды.